В республике работает горячая линия для граждан 60+, по вопросам профилактики распространения коронавирусной инфекции. Заявки принимаются в 23 центрах социального обслуживания и на единой общереспубликанской горячей линии. Подробности у Натальи Мальчиковой. Вы сидите дома, пожалуйста, хорошо, находитесь на самоизоляции. Никуда выходить не нужно. Это не просто информационно-консультационный портал. Обратившиеся на телефон горячей линии могут получить комплексную помощь по разным направлениям. Кто-то спрашивает, как себя вести, вот когда температура, по здоровью, у кого-то кто-то себя плохо чувствует. И мы вызываем участкового врача либо сами, либо если они сами могут, они вызывают участкового врача на дом. Принимаем заявку на горячую линию нашего рабочего телефона 51-27-80 и с колл-центра 26-11-11. Заявки приходят, оформляем, принимаем. Вот вызываем сюда специалиста по социальной работе. За 2 часа поступило 36 звонков. После анализа и сортировки сообщений заявки координируют и направляют социальным работникам. У каждого из них свой участок. Минтруд Республики координирует эту работу ежедневно в режиме онлайн. Обратившихся за помощью фиксирует специальная программа. Всего за истекший период поступило порядка 500 звонков от лиц старшего возраста. Не все они связаны с доставкой продуктов питания. Где-то порядка 300-300 – это те, которые связаны с доставкой. А остальные – это звонки, где пожилые люди хотят узнать и получить ответ на те или другие вопросы. Эти те звонки, которые у нас поступают со всей республики. В среднем ежедневно порядка 47-48 звонков – это связано именно с доставкой продуктов. По телефону горячей линии пожилые и маломобильные граждане могут оставить заявку на покупку и доставку продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости. Звонки принимаются с 8 утра до 7 часов вечера. Доставка бесплатная. Здравствуйте. Заходите. Я пришла. Пенсионерка Любовь Зарубина дома не скучает. Дел у нее полно. Раз уж внешние контакты временно приостановились, то пора освоить компьютер. Она общается через интернет с подругами, а также следит за новостями. Я председатель совета дома. Вот сегодня обрезку деревьев делали. Я с балкона, с окна смотрю, как они правильно делают или нет. Я даже вот человек, активный, но в данный момент беречь себя и других, я обязана сидеть дома. Оставить заявку на оказание помощи можно по единому номеру 26 11 11. Наталья Мальчикова, Валерий Резюков, Республика.